Всем привет! Сегодня День знаний, и вы смотрите информационно-развлекательный вещатель Тусити ТВ. С нами наш старый друг, наш товарищ Азамат. Привет, Азамат. Привет. А ты приготовил что-нибудь для детей особенное по физической культуре? Ну, у меня в этом году будет 4 первых класса, поэтому посмотрим, может, что-то и придумаем, что-то внесем новое, чтобы поработать с детьми, новинку. Они уже на первом уроке начинают делать сальто и шпагат? Нет, они до первого урока учатся делать шпагат, сальто, потом только я их беру к себе. Слушай, если они не умеют делать сальто и шпагат, они уже не могут попасть ко мне. Да, ну я так и думал. Да, отбор очень такой строгий. Вот, а можешь что-нибудь от себя, какую-нибудь особенность школы, которую знают исключительно несколько человек, а возможно только ты? В смысле, особенность нашей школы? Да, конечно. Нет, особенность нашей школы в ее географическом местоположении, потому что есть, во-первых, рядом и Дом пионеров, во-вторых, это рядом и Олимпиец, ну и в-третьих, она особенно тем, что у нас очень хороший кадровый состав преподавателей. Ну, если непосредственно говорить о учителях физической культуры, то у нас он и в целом у нас прекрасен. Но что, если мы говорим о учителях физической культуры, мы уже третий год всегда в призах по спартакиаде. В этом году мы... Слушай, супер. Заговорочное первое место в спартакиаде. Поздравляю искренне от души. Да, спасибо. Спасибо большое тебе. Все. Всем привет. Другой школы, не обижайтесь. Мы круче просто. Без гайба, ребята. Ну что поделаешь. Скажите, есть ли какие-то еще нововведения, помимо того, что теперь 5 учебных дней в неделю? Ну, это, конечно, самая, наверное, такая приятная новость, что 5-дневку ввели. Ну, и сейчас будем работать уже по-новому, немножечко по-новому. Действительно, конечно, будут нововведения. Это суббота туймазинского школьника один раз в месяц. Третья неделя каждого месяца, значит, она будет по определенной тематике проходить. Вот в сентябре 21-го мы собираемся проводить спортивную субботу, вовлекая всех учеников, родителей и, конечно же, учителей. И так вот по порядочку и патриотическая суббота будет, и культурная суббота. Вот такие новшества вводятся. Интересно. А скажите, я вот слышал, что 4-я школа выпускает собственную газету раз в месяц. Расскажите поподробнее об этом. Ну, несколько лет уже мы работаем над этим. У нас есть в школе свой такой кружок школьный, пресс-центр называется. Да, мы выпускаем свою газету школьную, где оповещаются все новости, происходящие в жизни школы. Газета называется «Форточка». И над созданием этой газеты мы работаем как бы всем коллективом учащихся, которые вот занимаются именно наши журналисты и учителей. И очень интересно, когда ребенок получает в классе, они рассматривают ее, читают, себя могут увидеть на страницах газеты, а помогает нам печатать это наша типография. Супер. Свободное окошко читает газета «Форточка», да? Да. Мы прошлись по школе, и, знаете, очень радует. Идешь, и по всей школе надписи, где-то какие-то уроки. Откуда вы черпаете столько вдохновения? Откуда у вас такие идеи? Вдохновение, я не знаю, где я черпаю, но главное, почему я все это делаю. Я очень люблю детей, я очень люблю свою работу. И хочу, чтобы именно дети 4-й школы были самыми воспитанными, самыми умными, чтобы
а их учили не только учителя, не только словами учителей они учились, чтобы стены, каждый уголок стены их учил. Вот появились новые надписи «Я люблю свою школу». Когда видишь эту надпись, конечно, хочешь ты, не хочешь, уже начинает мозгу остается, что я действительно люблю свою школу. Конечно. А я свою школу обожаю. Поддерживаю вас. Я тоже люблю нашу школу, вашу школу, так как я здесь когда-то учился. Спасибо вам большое, низкий поклон. Вы смотрели информационно-развлекательный вещатель Тусити ТВ. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме. Настройся позитивно! Тусити Шоу. Мистер и миссис Долженко. Эта пара подарит вам бурю позитивных эмоций и море незабываемых впечатлений. Для выполнения их миссии понадобятся банкеты, праздничные мероприятия и тематические вечера. Этим агентам под силу выполнения любых задач, любой сложности. Подход к миссии индивидуален. Каждый из них имеет при себе отличное настроение, которое передаст именно вам при первой встрече. Пароль для связи. 8-927-337-1148. Тусити Шоу. И, несомненно, миссия будет выполнена на 100%.